Утро пятницы для сотен юных ставропольцев началось не со школьной скамьи, а с зарядки на площади Ленина. Именно так каждый год жители краевой столицы отмечают Международный день здоровья. Как вам сегодняшняя зарядка? Очень хорошо. Хотя танцевали все разные стороны, очень хорошо было. Заниматься спортом нужно, потому что, ну, больше здоровья будет и люди энергичные становятся. Чтобы каждый смог быть красивым, здоровым и сильным. Ну, чтобы было хорошее настроение, чтобы была хорошая физическая форма. Такая массовая зарядка прошла на главной площади города уже в 11-й раз. По доброй традиции ее провела заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира Наталья Крыжановская. Вы знаете, мы начали второй десяток проведения зарядки. В какой-то момент я счастлива, что я осталась в этом проекте. Вот мы с Мариной этот год готовили. Вы знаете, это каждый год они все разные. Каждый год не повторяемся. Ну, как профессионалы в спорте, мы не хотели бы повториться. И я думаю, что в этом году мы начали новый десяток с очень хорошего восклицательного знака. Полчаса упражнений и танцев подарили детям положительные эмоции на весь день. Здоровья! Ура! Тамара Годомская и Максим Квитковский, АТВ «Ставрополь».